Всегда хотел трахнуться здесь! Отомстить тому комиссару из младшей лиги, который выкинул меня из команды, потому что я поссал на первую базу. Я помню. Что, слышал? Я играл на второй. Крутышка, ё-моё. В тюряге только и делать, что тренироваться. Можно почитать. Да ну нахуй. Все равно жизнь пиздец. Хочешь завтра пробраться на игру Сокс? Не надо искать себе работенку. Не найду за две недели, эта шлюха по испытательному сроку сама найдет. Я лишусь конечности на, блядь, мясокомбинате. Может, она найдет что получше? Нихуя она не найдет, батя. Пришлось даже угрожать одному педрили, знакомому по школе, чтобы мне разрешили крыши смолить. Сгоняй в колледж Малкольма Экса, пройдешь спецобучение. Вот хера мы сейчас говорим об общественном колледже. Пиздец, может, еще одеялко раскинуть и на звездочки любоваться? Я могу поговорить с Линдой. Предлагаешь работать там, где меня подстрелили? Набрешешь об искуплении. И что я буду делать? Помогать. Я убирать за другими не буду. У нас чистый магазин. А охраной? Отпугивать тех ебанатов, которые у вас что-то спиздить хотят. Когда тебя подстрелили, воровать стали реже. Делай, что хочешь. Сам предложил. Ладно. Ну что, по второму кругу? Или еще передохнешь, рыжий лобок? Отлично.